я кандидат зарегистрированный. Наш наблюдатель увидел, что они бюллетени заполнили и куда-то вниз спрятали. Можно просто людей поднять, извините за такое, и посмотреть, что у них там нет бюллетеней? Я не уйду. Поднимите, пожалуйста, чтобы не было бюллетеней. Здесь посмотрим? Нет, поднимите женщину, пожалуйста. В смысле, поднимите женщину? Вы меня снимаете. Давайте вот так вот сделаем. Вас лица не видно. Вы уже сняли меня 55 раз. Что, давайте? Встаньте. Я не буду вставать, потому что здесь... Ну, я... Поднимите, пожалуйста. Да. У него бюллетень, если там. Вы уже хотели, вы уже все сделали. Я сейчас участвую. У него там бюллетень? Ну, я это знаю. Ну, не, ну проверьте просто. Если нет, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Да просто встаньте. Просто встаньте. Уйдите, пожалуйста, здесь. Просто встаньте. Я стою рабочее место, идите на комиссию. Давайте посмотрим все. Давайте посмотрим, что там. Встаньте, пожалуйста. Между ног он бумажка лежит. Да, пожалуйста, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Вставайте. Вставайте. Сотрудник, там бумага, у меня на видео зафиксировано. Вставайте. Вставайте. Что это такое? Вот это. Бюллетени. Прошу обратить внимание всех. Лежат бюллетени. Сотрудник, пожалуйста, возьмите вы. Я не могу. Вы им берите, вы имеете право. Разверните, пожалуйста, покажите, что это. Как они там попали? Я на бюллетени? Нечаянно. Бюллетени закрываем попой. Зафиксируйте, пожалуйста. Ну, в принципе, у нас есть. Вы как бы документально зафиксируете это дело. А разверните, пожалуйста, покажите, что там. Есть какие-то отметки или нет? Есть. За Единую Россию. Плюсики. Отлично. Еще. За Единую Россию. Плюсики. Отлично. Как вы это объясните? Никак. Я стояла, разговаривала, не знаю, как вас зовут, по поводу протоколов. И я вам принес сюда бюллетень. Нет, подложил, я не говорю, что вы подложили. Вы говорите, я пришла, села. Все. Вы сидели на бюллетенях с голосами. Ой, ё-моё, все. На бюллетенях с голосами. Это залет, ребята, это залет.